В Украине в последнее время появилась пугающая тенденция – мстить людям за их гражданскую позицию. Так, всего за несколько недель по всей стране были разбиты и сожжены около 10 автомобилей. Не обошла эта печальная статистика и наш регион. В Арцизе неизвестные сожгли автомобиль людей только за то, что они ездили в Киев на поддержку Евромайдана. Вечером 21 декабря подожгли машину Евгения Буркута, который на протяжении всего месяца на своем восьмиместном «Фиате» возил людей на Киевский Майдан. Сам дежурил, потом забирал людей и возвращался в Арциз. Когда Евгений с семьей находился в гостях, его машину подожгли. Тушить пришлось подручными средствами. Все, что под руки попадало, миски, кастрюльки, потому что в краны низко, ни ведро не подсунешь, ничего. Пожарные и милиция приехали лишь через некоторое время. Работники правоохранительных органов убеждали пострадавших, что экспертиза им вовсе не нужна. Милиционеры даже отказывались проводить осмотры места происшествия. Но благодаря настойчивости пострадавших удалось найти неопровержимые улики. Нашли в канаве бутылки, а она бензином пахла. Горючими такими материалами. Очаг возгорания был извне. Загорелся изначально бампер, а потом все остальное. Нужно теперь машину донора, так, чтобы полностью все пересадить. Там сгорело все, все трубочки, все. Там все было компьютеризировано, двигатель был к компьютеру подключен. Все сгорело. Там нужно полностью все убирать и все ставить новое. Милиционеры пытались убедить пострадавших, что машина загорелась чуть ли не сама. Однако хозяева иномарки уверены, это поджог, и связывают его со своей гражданской позицией. Сдаваться не намерены и будут добиваться справедливости в правоохранительных органах.